Реконструкцию Пензенского аэропорта и закупку нового оборудования потребуется порядка 1 миллиарда рублей. Это будет современный комплекс. Проведенные работы позволят увеличить пассажиропоток до 200 человек в час. Та его возможность по пропускной способности 100 пассажиров в час, она нас реально не устраивает. Это во-первых. Во-вторых, сам его сегодняшний облик, да, понятно, что это прошлый век, типовое здание, вот, исходя из доведенных, наверное, вот таких примеров, было принято решение о его реконструкции. Более подробно о модернизации аэропорта, а также о развитии общественного транспорта на территории региона вы узнаете из программы «Кабинет министров». Она выйдет в эфир сегодня в 18:45.